В эфире информационная программа «Твои новости». Здравствуйте, в студии Дарья Топчиева. И сегодня вы увидите. Великий праздник Крещения Господня отмечают православные христиане. Об этом Юлия Чернышова. Чтобы не было беды, линейным отделом полиции проводится операция «Подросток на пути». Все подробности в материале Анна Мельченко. В Армавире похолодает. Прогнозы дают сотрудники местной метеостанции. Подробности узнавала Ирина Чупина. Православные христиане отметили один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Во всех российских, в том числе и армавирских храмах, прошли праздничные богослужения, чин великого освящения воды. Считается, что в этот день она приобретает особую благодатную силу. Ее на себе почувствовала Юлия Чернышова. Хотелось бы, наверное, словами апостола Павла начать это собрание. Целую доброе намерение ваше, говорит он. Ни грипп, ни рабочий день, ни дождь, а позже и снег не смогли остановить стремление армавирцев окунуться в освященные воды местной Иордании. Крещение Господне – один из самых важных церковных праздников наряду с Пасхой. Мы всегда верим, что с крещением, со святым омовением в наш дом придет любовь и доброта. Наши души откроются, откроются небесам, откроются пониманию друг друга. Считается, что в этот день вода в реках и озерах становится святой, а также обладает целебной силой. Она позволяет не только исцелиться от недугов как физических, так и духовных, а также почувствовать небесную благодать. Прежде чем окунаться в холодную прорубь, люди, верующие, все же ждут, когда воду осветит священнослужитель. Это святая. Крещенские купания – самый важный аспект святого празднества Богоявления. Предаться водам Иордании в этот день решили десятки армавирцев. Кстати, большинство из них – мужчины. Армавирец Сергей погружается в праздник и холодную освященную воду с детства. Говорит, отец приучил. А теперь он ежегодно вместе с семьей участвует в крещенских купаниях. Купаюсь, семью вожу свою, всегда идет семья со мной. Младшая дочка еще в этом году не пришла, но на следующий год приведу. Для чего вам это? Я считаю, мы русские люди, это наш праздник святой. Я здоровье прибавляю здесь. Здоровье должно быть крепким, как и иммунитет, чтобы нырять с головой в ледяную воду, утверждают медики. Это огромный стресс для организма. А священнослужители призывают горожан следовать лишь своей вере и не погружаться в прорубь только потому, что этого требует обычай. Думаю, что человек с верой может многое, потому что благодать Божия, она на верующего человека, наверное, особо воздействует. Ибо если человек с верой приступает, то любовь Божия, она обязательно сердце человеческое освещает. Поэтому если человек приступает не ради испытать свой интерес, хватит ли смелости погрузиться в холодную воду, а чтобы почерпнуть благодати Божией, однозначно получит пользу, однозначно уйдет обновленный, сердце будет пылать радостью божественной. Сравнить это ощущение, когда погружаешься в Иордань? О, это очень сильное ощущение, даже на некоторое время захватывает дух. Ну, это, я думаю, какое-то обновление, очищение, я бы так это назвал. Православные нашей страны. С праздником! Для согрева, как говорится, на празднике ничего крепче травяного чая, который тут, кстати, раздавали бесплатно. Обогревались и переодевались люди в специально оборудованных на месте палатках, а за безопасностью следили наряды полиции, спасатели МЧС и медики на случай, если у кого-то здоровье окажется меньше, чем веры духовной. Вот тепленькая пошла. Люди, знающие, советуют заменить купание в ледяной проруби умыванием дома обычной водопроводной. Ведь в день крещения освящается вся водная стихия в целом. И вода, набранная в этот день, долго хранится и не портится. Юлия Чернышова, Александр Жилеев, служба новостей Армавира. В платежках за коммунальные услуги появится новая строка. Управляющие компании начнут штрафовать за некачественную работу, а абонентам, до сих пор не установившим индивидуальные приборы учета в своих квартирах, придется увеличить затраты на оплату получаемых ресурсов. Какие изменения в сфере ЖКХ произошли в 2016-м, расскажем далее.
Новый год принес изменения в сферу жилищно-коммунальных услуг. О самых важных нововведениях рассказали 19 января в администрации города. Как стало известно, что расходы за коммуналку в 2016-м вырастут у тех армавирцев, кто по разным причинам не обзавелся индивидуальными приборами учета. Собственники в многоквартирном доме обязаны установить, согласно 261 закона федерального об энергосбережении, индивидуальные приборы учета. Люди есть, которые не хотят или не желают устанавливать, а остались те, которые сегодня уже и не могут установить или просто не желают, то для них вводится специальный повышающий коэффициент, обязывающий их установить эти приборы учета. С 1 января 2016-го оплачивать по нормативу горячую, холодную воду, а также электроэнергию станет дороже на 40%. Через год ожидается повышение на 70%. Новым станет и появление в платежках строки «Коммунальная услуга по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов». Ранее плата зависела от квадратуры жилплощади. Теперь будет определен норматив накопления твердых отходов на одного человека. Половину суммы за капитальный ремонт с 2016 года заплатят армавирцы старше 70 лет в том случае, если они проживают в квартире одни. А пенсионеров, достигших возраста 80 лет и более, вовсе освободят от уплаты. Увеличится с начала года пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Однако начисляться она будет лишь спустя месяц после просрочки. И это еще не все изменения. С 1 января 10% собственников, которые имеют на сегодняшний день голоса в доме, то есть 10% могут обратиться в управляющую компанию с вопросом проведения общего собрания по какому-либо вопросу. То есть раньше этого не было, и также управляющая компания с 1 января тоже может инициировать общее собрание. С этого года управляющие компании также обяжут выплачивать штрафы за некачественно предоставленные услуги. Если раньше у нас потребитель получал только перерасчет за некачественную услугу, то на сегодняшний день он вправе получать штраф с управляющей компанией. Наказать рублем недобросовестную управляющую компанию можно будет, обратившись в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Глава Армавира Андрей Харченко провел ряд рабочих встреч со всеми ответственными структурами, которые так или иначе связаны со строительной сферой. Это и те, кто строит, и те, кто должен контролировать и определять законность строительства. Глава рассказал о новшествах строительной отрасли, которые были определены на краевом совещании под руководством губернатора Кубани. Не допустить исключения из планов застройки жизненно важных объектов, вести строгий контроль за строительством и уже на этапе котлована пресекать самострой. При выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов необходимо предусматривать и обустройство парковочных мест. На это глава Армавира обращает внимание участников встречи. Андрей Харченко также отметил, что Армавир по-прежнему лидирует в краевых темпах озеленения города и его обустройства, в развитии новых скверов и парков. Озвучили на совещании и проблему, когда застройщик получает разрешение на строительство жилого дома в 1-2 этажа, а возводит на несколько этажей больше. Пресекать это на ранней стадии, чтобы потом не сносить здания, в которые люди вложили немалые средства. Такую задачу поставил глава Армавира перед контролирующими службами. Андрей Харченко подчеркнул, времена хаотичного строительства закончились. Есть утвержденный генеральный план города, и всем без исключения нужно ему следовать. Эпидемиологический порог не превышен. В Новокубанском районе состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Должностные лица официально заявили, что ситуация по гриппу в муниципальном образовании находится под контролем. На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Новокубанского района главная тема – заболевание населения гриппом и ОРВИ. Руководство администрации муниципального образования и районной центральной больницы пояснили, что причин для паники нет. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом носит единичный характер на сегодняшний день. Значительно ниже краевого и в 57 раз меньше многолетнего эпидемиологического порога заболеваемости по всем возрастным группам детей и взрослых. На сегодняшний день у нас в терапевтическом отделении находится 12 больных всего, в стационарах 20 человек. Здесь 7 человек пока в детском отделении. И вот те, которые проходят лечение, еще не подтвержденные лабораторно, вирусологически, и одна больная находится в Простаковской участковой больнице.
Как обычно, зимой преобладают простудные заболевания. При появлении симптомов ОРЗ и ОРВИ важно не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к специалистам. Врачи-терапевты Центральной районной больницы по Новокубанскому району ведут в штатном режиме прием жителей в поликлинических условиях. Как показывает анализ ситуации, жители, ранее прошедшие вакцинацию, менее подвержены заболеванию гриппом и переносят его в легкой форме. Предэпидемический период 2015-2016 годов, благодаря проведенной профилактической работе, 39% населения было привито и сейчас имеет надежную иммунную прослойку. Регистрируется низкая заболеваемость в целом и ОРВИ среди детей, в том числе школьников, среди сотрудников школ, детских дошкольных учреждений, медицинских работников, то есть среди тех контингентов, процент охвата прививками которых был достаточно высок. В аптеках города и района в достаточном количестве имеются все необходимые медикаменты для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. В случае отсутствия назначенного больному препарата, обратившемуся, порекомендуют существующие аналоги. Марина Бартенева, Роман Габарец, служба новостей «Эрмавира» из Новокубанска. Продолжаем выпуск. Железная дорога всегда была и остается объектом повышенной опасности. Подросток на пути. В линейном отделе полиции на станции «Армавир» с 18 по 22 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие под таким названием. Анна Амельченко продолжит тему. Ни для кого не секрет, что так называемые весьма популярные среди подростков зацепинг, а также селфи и прочие развлечения на железной дороге зачастую приводят к печальному исходу. Чтобы не допустить беды, линейным отделом полиции регулярно проводятся рейды, направленные не только на предотвращение детского травматизма, но и в целях предупреждения транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних. За декабрь месяц 2015 года и январь 2016 года на участке оперативного обслуживания зарегистрировано 3 факта травмирования граждан. Данные факты, к сожалению, закончились со смертельным исходом. Также хотелось бы обратиться к родителям. Будьте внимательны и осторожны. Объясните своим несовершеннолетним детям, что железная дорога – это не место для игр. Она хранит в себе много опасностей. Кроме того, в декабре текущего года было зарегистрировано 2 транспортных правонарушения с участием несовершеннолетних на перегоне Конаково-Армавир. В результате рейдовых мероприятий были выявлены данные несовершеннолетние, причастные к битью стекла в пассажирских вагонах. Родители были привлечены к административной ответственности, несовершеннолетние были поставлены на учет в ПДН. Также родители были обязаны возместить ущерб ООО «РЖД». Остается вновь и вновь напомнить родителям о том, чтобы вели разъяснительную работу со своими детьми и были в курсе, где находится их чадо. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Зима в самом разгаре, день прибавляется, ну а температура в крещенские дни традиционно падает. Сейчас столбик термометра в нашем городе не опускается ниже нуля. Ирина Чупина посетила метеостанцию, чтобы выяснить у специалистов, ждать ли жителям Армавира настоящих крещенских морозов. Любителям морозных крещенских купаний в этом году не удалось окунуться в ледяную воду. Температура была плюсовой. Однако специалисты Армавирской метеостанции сообщают, что уже 19 января столбик термометра поползет вниз, а к вечеру дождь перейдет в мокрый снег. В последующие дни температура продолжит падать. К концу недели будет до минусовых значений. Ночью где-то около 10 мороза, может даже и до 15. И как планируют наши прогнозисты, в дневные дни температура тоже будет понижаться от 0 до минус 5. Все указывает на то, что к концу месяца температуры за окном будут по-настоящему зимними, а значит, крещенские морозы придут, но немного позже привычного времени. Минимальные температуры вот с 2001 года, именно 19 числа на крещение, у нас отмечались в 2011 году и 2012 году, когда температура понижалась до минус 14, минус 15 градусов. Ну а сейчас немножечко получается, что крещенские морозы чуть-чуть передвинутся на недельку. С самым холодным временем зимы связано и множество народных примет. Одна из них гласит, что если 19 января погода облачная, пасмурная, лежит туман или идет снег, осенью вполне можно ожидать хорошего урожая. Ну что ж, посмотрим. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира».
Это были все новости на сегодня. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Дарья Топчива. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», Тургенева 140, торговый центр «Оскар».